Тогда начинаем. Глазки в книжечку. И пальчиком на первую нотку, прямо пальчиком на первую нотку, какая нотка начинает? Какая нотка начинает? Нотка до. Си, ре, следующие нотки. Во что они там у нас сложились? Это что за интервал такой? Малую терцию. Малую терцию. Ну давайте попоем эти нотки. Нотка до. Это черный.
дальше какая? В воде есть. А для чего она нам нужна? Для чего? Чтобы услышать что? Большую секунду, чтобы услышать обязательно. Танюшенька, нам играем не минорную мелодию по гамме. Мы так учим на трех, на пяти нотках. Секунду там дальше, да? Продолжим. Да. Ми минор, пой ночи. Thank you.
ступенька такая, какая она? Пятая, конечно. Дальше трудимся. Синенькой ступеньки от первой. Дальше какой аккорд? Саксофон. Саксофон от какой ступеньки?
мажоре, а мы в до миноре что? Мысленно подставим. Бемоль. А на какой ступеньке? На первой, на третьей или на пятой? На третьей. На третьей. А что это за нотка тогда будет? Ми бемоль. Давайте посмотрим в нотке и поем про кошечку нотками. До, ми, соль. Потянули первую ноточку, да? До. Thank you.
захватили эти тонические аккорды, и это были наши цветные устойчивые звуки, цветные устойчивые, держите их, цветные устойчивые, помните, как учили всегда? Первое, третье, пятое – это устойчивые звуки, а наши неустойчивые, и мы в прошлый раз, давайте соберем неустойчивые звуки. Вторая неустойчивая? Кать, поверни лесенку, мы сейчас мажоре, видишь? Вторая неустойчивая? Еще какая неустойчивая? Четвертая. Четвертая. Еще какая? Шестая. Еще какая? Седьмая. Седьмую здесь покажите. Седьмую здесь покажите. Помните, как в прошлый раз мы немножечко поговорили с вами, что седьмая ступенька, она так рядышком с тоникой. Рядышком. Мы слышим здесь какой интервал с первой на седьмую? Малую секунду. Вот такой малую секунду. И мы поговорили с вами, что вот как будто бы здесь живет король. А вот здесь вот живет его верный слуга, он всегда слышит своего короля, всегда прибегает первым. И это видно очень. У нас музыкальный секрет, наш музыкальный секрет, вот здесь он хорошо виден. Видите, приступочка маленькая совсем, да? Это малая секунда, вот здесь живет наш верный слуга. У него на домике цифра какая? Цифра 7. Еще у короля есть один слуга, он построил свой домик повыше, на пригорочке построил. Цифра на домике какая? 2. Цифра 2. Не всегда слышит своего короля. Он то к королю своему прибегает, то прибегает вот к этому господину, который где же? Зеленый. В зеленом домике. А какая цифра у него на домике? 3. Цифра 3. Ну вот эти слуги короля, как только король зовет своих слуг, этот слуга сразу прибегает, а этот то прибегает, то нет. То вот он у этого господина то служит, он не всегда даже слышит, как король его зовет. Слуги короля во дворец идут. Во дворец идут яблоки несут. Такая у нас маленькая песенка. Так эти звуки мы с вами должны запомнить не только цифрами, но и как их называют по-ученому. Их зовут... Вводные звуки. Нет, вводные звуки. Это значит, что они вводятся, то есть скорее скорее разрешаются в тонику. Лера, они вводятся, то есть скорее разрешаются в тонику. Давайте-ка мы их поддержим вот так вот, как я. Поддержим эти вводные звуки пальчиками и разрешаем в тонику. И разрешаем в тонику. Вот сюда в тонику разрешили. Ну, по-ученому вот иногда говорят, вводятся в тонику, то есть разрешаются в тонику. Еще раз вот. Держим вводные звуки. Катюша, хорошо. Ратмир. Так, все дети хорошо. И разрешаем в тонику. Вот так вот. А сейчас песенку нашу поем. Слуги короля во дворец идут. Яблоки несут, глазками сюда немножко поглядываем и поем, заворачивая сначала к верному слуге. На седьмую ступеньку, поворотик, вот молодец, поворотик сразу, приготовьте поворотик, Рита, на седьмую ступенечку будешь поворачивать сначала, вот сюда сначала будешь поворотик делать, вот сюда, на седьмую ступеньку, это соль мажор, видно? На нотке соль будете заканчивать, с нотки какой начинать будете? Соль. С нотки соль. Поем сначала со словами. Сыграем с поворотом на седьмую.
приготовься. Ну вот соль мажор, как ты поворачиваешь на седьмую. Повторю.
Молодчик.
песенка. Катюшка, говори нам. Говори, Катюшка. Хорошо, говори, Свет. Конечно. Маргарита. Еще разок. Молодцы. Все, убираем по кармашкам. Убираем по кармашкам все. Так, это я, наверное, да, заберу. Тут еще не заламываем карточки, ладно? Да, вот так вот. Убираем все по кармашкам. И трудимся дальше. У нас с вами есть обращение интервалов. Вспоминайте, дорогие мои. Если мы слушаем квинту, то перевернем ее во что, вспоминайте? В кварту. Если мы слушаем большую терцию, обращение.
Зайка усатый, кот полосатый, по лесу ходят, по лесу ходят, и черничку в траве находят. Заблудиться бы надо, не потеряться, и на дорогу села вместе добраться. Зайка считать, начинаем играть. Только сегодня дай вожу, иди сюда. Прямо при мажоре начинаем. Какие диезики на при мажоре у нас? Словами споем еще.